Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. Я могла повернуть за поворот, я могла повернуть за поворот, но только гордость, гордость не дает. Эй, бабуля. Чё? А где тут у вас больных принимают? Тебе чё, плохо заболел, что ли? Да нет, здоров вроде. Ну иди отсюда, чистоту мне не пачкай, доктор через 3 дня приедет. А, ну да, простите. Ну вообще-то я и есть доктор. Здрасте. Вдруг из маминой спальни кривоногий и хромой выбегает наш начальник лагеря. Тимур Борисович, ну вообще-то это совсем другая сказка. Да. Теперь почитаем вашу. Итак. Медицинский институт, 4-й курс. Веселая пора, не правда ли, Максим Николаевич? Ну да. Может, скажете, что и учитесь хорошо? Ну, вообще-то, я отличник. Приятно слышать. Жить будете, если захотите. В том смысле, что жить будете в медпункте, а завтрак через полчаса. Хорошо, спасибо. Максим Николаевич, Максим Николаевич! Максим Николаевич, вы бы... оделись, что ли? Это ж вам не театр анатомический. Учреждение детское, вы доктор, ну не солидно. Понимаю. Простите. Пожалуйста, дерзайте, ну и так далее. Спасибо. Вы сами знаете, что там дальше. Тимур Борисович, к нам делегация из Китая приехала. Так, китайский у нас кто-нибудь знает? Я не знаю. Выучить к ужину, к обеду. Нихао. Нихао! Где больно? Это все Ельников. Он ей подножку поставил. Угу. Большой, а дурак. Зовут тебя как? Синицына она. Угу, Синицына. Ну ничего, Синицына, сейчас мы твое колено починим, перебинтуем. Будешь у нас самая лучшая, самая красивая, и все в тебя влюбятся. Угу. Ничего себе события развиваются. Может, мне тоже коленку разбить? Значит так, Синицына, если будет болеть, придешь в медпункт. Хорошо? Угу. Ходи медленно, не спеша. Ельников! Чё? Не чокай тут дамы. Значит так, будешь баловаться, я тебя найду и заставлю извиняться. Понял меня? Угу. Отлично. Ельников, ты что, совсем? Синицына, заходи. Садись. Что, болит? Сейчас посмотрим. Согни. Болит? Сейчас мы тебе компресс сделаем, и все пройдет. Хорошо?
Угу, Синицына, опять ты? Ага. Что, болит? Ага. Ну, пойдем температуру мерить. Наставь. Угу. Голова болит? Mm-mm. Кружится? Mm-mm. Стул? Чего? Понятно. Градусник давай. Так, 36,6. Странно, Синицына. Наверное, придется тебе пару дней в изоляторе полежать. Потерпишь? Mm-hmm. А ты разговаривать-то вообще умеешь? Ага. А что только... Ага. Я кахтавлю. Понятно. Ну не может это все быть из-за колена. И на сотрясение мозга это не похоже. Загадочная какая-то болезнь получается. Ох, не говори. Так, завтра, здравствуйте, завтра повезу ее на рентген в город и сделаем там заодно все анализы. Там и посмотрим. Ну вот что тут думать? Тут и без рентгена все ясно. Максим Николаевич, у меня голова и горло. Молодец, Ельников, у всех есть голова и горло. Ставлю тебе 5 по биологии, а теперь встань, иди и не мешай работать. Максим Николаевич, а знаешь, это что? Ну, Синицыной. У нее и правда перелом? Ельников, я врач, а не справочный. Иди давай. Ну, ладно. Девки, я так его люблю. А он? Он заботится обо мне, переживает. Счастливая ты, Синицына. А тебя завтра в больницу повезут. Будут уколы ставить и кровь из пальца брать. Ну и пусть. Пусть что хотят делают, зато мы с ним весь день вместе будем. Синицына. Настя, привет. Уперся. Сильно болит? Отстань. Ну извини, я ж не хотел. Хочешь, можешь меня ударить. У нас это, дискотека завтра. Я тебе вот принес. Значит так, Синицына. Ельников, опять ты? Ельников! Ну что, Ельников, допрыгался? Ага. Дай я посмотрю. Кажется, растяжение. Я и сам это хотел сказать. Что, Паш, как твое колено? Да ничего, не болит. Это завтра дискотека. Я понял. Она же больная. Она носится по всему лагерю. У нее колено. Ничего не понимаю. А вот так, понимаешь? Just one.